Теперь привычный секатор. Я деловой человек. Помните, я вам говорил, что я привел пример, а меня все равно достают. Какие замечательные, ой, какие замечательные секаторы. Сейчас вам, смотрите, я просто вот это сделал фотографию. Просто фотографию. Значит, сейчас тут у меня показывать вам его. Ну вот, допустим, привычный секатор. Вот я взял, набрал и тут же нашел его. Вот. Это самая страшная вещь на свете. Это миллионы обманутых людей рано или поздно каждый захочет без всякой проблем сделать этот раз. Вот. Уже идет много лет. С виду все выглядит нормально. Им кажется, что тут красиво расписано все, что он режет. Он не режет, он мнет. Вот эта кромка, он мнет. Вот я в руках его держал. А самое страшное, я видел их рекламу за 5 лет. То есть все 5 лет они предлагали фотографии срощенных деревьев. Все до единого, трять, все до единого, брак. Вот, то есть они так не научились даже это. И вот совершенно свежее. Свежее, да? Посмотрите. Вот. Зеркально, идеально ровный срез. Что зеркально, да, тут они молодцы. Вот. Идеально ровный, да. Но только ножом, когда вот так мы делаем. Как, ну как бы сказать, ну как мы строгаем обычные ветки. Вот только в этом случае мы можем добиться. А вот здесь, и вы видели, я вам показывал не раз, идеальное сращивание. Так, внимание, когда они выбрали бракованнейшее, дерьмовейшее вот это вот обрастание, это у них лучше. Я просто хочу, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы вы знали, кроме того, что есть кора, есть камбий. Сращивается кора и камбий. Есть еще одно понятие, это знают люди, у кого шрамы. Это каллус, вот он. Видите? Толстый-толстый слой каллуса. Я когда называю толстый, я сразу вспоминаю этот анекдот про своих земляков украинцев. Что такое сникерс? Это кусок сала и толстый-толстый слой шоколада. Ну это так, извините. Я люблю Украину. Вот. И это самое... Все время повторяю, все намерло. Эх, ладно, смотрите, вот этот каллус, он имеет проводимость мороза, ну, как любая рана. То есть, если это бы еще выдержало минус 30, минус 40, этот начнет сгнивать, начнет покрываться, естественно, грибами, 15-20 градусов мороза. Точка. Приехали. Вот, то есть, все, что они нам показывают, все это туфта. Вот так вот. И это не только выброшенные 1000 рублей. Это самое страшное, что это, как всегда, потерянный год. Я с вами немножко покажу, что такое потерянное детство. Вот видите, бесплатный звонок. Вот. Пойдем дальше. Идем мою эту. Посмотрели. Вот я специально обещал, выполняю. Почему, то есть я спрашиваю, почему он негодный? Я объяснил, почему негодный. Вот что такое годный. Проходит несколько месяцев, не то что вот этого, шва не найдете. Единственное различие в чем? Разные породы, ну то есть не так, разные эти не виды, может разные подвиды, разные сорта, вот, разная расцветка, они могут отличаться. Но вот этой дряни в этом случае у меня никогда не бывает. Я вам советую. Вот. И еще. Я не могу резать глаз. Все, что я видел, все за все годы эту рекламу, долбанную, я так слово выбрал такое, мягкое, внимательное, долбанную. Вот. Они всегда высоко прививают. И потом это все рушится, если, не дай бог, прижилось. Лучше бы сразу, по принципу, чтобы не мучился. Потому что только первые плоды, раз, хряси нету. Вот это вот. Никакой культуры прививок, никакой культуры выращивания деревьев, ничего нет, кроме вот этого дерьма.